сделала Грише обложку сейчас. Мне? Ну, не тебе, всему классу. Для портфолио, чтобы само портфолио не менять и без класса было, чтобы не со второго класса, они сами все раскрасят. Сейчас вот теперь 25 штук печатаем. Гриш, все, не трогай. Зачем ты его? Просто не трогай, Гриш. Понимаешь? Это самое трудное, да? Угу. Давай я сейчас 22. Файл принесу. Всем доброго утра. Не знаю, что было сегодня с моей зарядкой. Она на телефоне не заряжалась. Я поставила на ночь. А она вообще просыпалась, как было там 6%. Так и есть. Поэтому даже утро свое завтрака не сняла. И, кстати, ой, мам. Чего? Я дрова, кстати, принес, чтобы растопить и стало все немного. Такое вот сделала. Главное, чтобы была фамилия, да, без класса. Желательно. Да, поэтому вот такой вот образец для раскраски. Я готовлю себе обед. Здесь у меня куриного филе 260 грамм, сыр 20 грамм потерла. Сейчас нужно одно яйцо сюда. Яйцо я добавила, сейчас еще йогурт 30 грамм добавляю, но у меня вот такой вот, вообще в идеале греческий, но у меня обычный, просто без наполнителя. Еще нужно добавить муки рисовой, но у меня будет кукурузная 25 грамм. Я сюда еще добавила чеснок и зелень, сейчас буду все жарить на сковороде, оладики будут куриные. А на гарнир уже сварила 40 грамм булгура. Наташа приехал в кино. Расскажи, как вы ехали? На школьном автобусе, да? Ну и как там было? Ну, там зверь был, вот этот вот пушистик. Он переодевался в одежду, ну, чтоб не заметили. Потом была драка в каком-то кафе. Драка, 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 потом... Нет, там была драка, 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 драка. Потом этот вот пушистик, у него там он пришел к своим родственникам. Он был двоюродным братом, а его выгнали. Потому что они все белые же, а он коричневый. А как хоть мультик-то назывался? Какая разница, Зай? Главное, что там был белый и коричневый. Папа! Это большая обезьяна была. Да? Ай! Гришельчика, Гриш, иди одевайся, иди майку бери, Гриш, давай. Мама сейчас тебе котлетки пожарит пока. Мне котлетки пожарит? Нет, мама себе сейчас вот жарит себе котлетки на обед и бургер уже. Мама вообще неправильную еду ест. Сейчас они уже приготовятся. Варила половину оладиков. Сейчас буду обедать. Уж очень хочу кушать. Коля! Коль, привет! Ты умеешь ходить? Давай подписчикам покажем, как ты ходишь. Давай. А то ты нас совсем разленился. Мама, сяди. А ты такой красивый, здоровый. Что за мальчик? Что за мальчик? Помаши, привет, привет, помаши. Что такое лысый, без бороды? Привет. А вот сейчас сделай воздушный. Воздушный, сделай поцелуй. Ты любишь даже танцевать? Что там в камеру? Теперь выключай свет. Включать оно еще не дотянет. А, оно же вверх, да? А включать нормально, да, Коль? Кто включает свет? Бутылочку принеси, свою бутылочку принеси. Попить, дай попить, пожалуйста. Дай попить. Дай. Нет? А где она, эта бутылка? А, он видит ее, да? Дай мне попить. Крестная, дай попить. Да ты же знаешь, что крестная не любит бутылки, Коля. Крестная, дай попить. Коль, ты как? Ой! Ку-ку! Так, кто тут? Кто тут воркует? Кто такой влюбленный? Кто такой влюбленный? Главное не спугнуть.
Что-то за любовь. Даже у меня вчера было на волосах перья. Да? Ребят, я наконец-то купила таблетки для посудомойки. Я уже 2 дня мою посуду руками. Вообще прям страдаю. 2 дня мыть руками — это жестоко. Поэтому купила таблетки. Причем в обычном магните они дешевле. 50 таблеток 550 рублей. Это вообще супер предложение. Супер выгодное. Ну, для нашей станицы точно. Но я, по-моему, забрала последнюю пачку. Не знаю, будет ли у них еще такая акция. Так, мой перекус. Хлебец с карамелью и сыр, чашечка кофе. Чего? Дашин? Ну, Даша, наверное, здесь же, мимо нас же шла домой. Ну, пошли, я захожу. А я отвозила. Знаете что, Гришке кимоно. Сегодня у них общая тренировка. А потому что завтра уже турнир. Одевайся, сейчас же поедем, сегодня же пятница. Ты же должен же все это купить. Сейчас уже Гриша. Ну, через час, ну ты же одеться еще должен. Это я сейчас быстро сделаю. Да, хорошо. А Гриша, я отвезла это защиту, он сегодня без кимоно. И буду сейчас заполнять Гришке заявление. А тебе не давали вот такое заявление, Антош? Это заявление в летний лагерь в школе. Дети будут ходить с 3.06 по 23. С 3 по 23 июня. 20 дней получается. Вешай. Не вешать? Я буду происходить. Хорошо. Сегодня. Покажи, что ты накупила. Афоня, сегодня пятница, да? Есть. Надо и здесь снять что-то. А я уже ж сняла, собралась вывешивать. Что-то тут Афоня накупил. Ну хорошо, тогда не буду, да, сижу, не буду в комнате их вешать. Да, 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 я сегодня покрытая. Афоня, ну как дела? Надо выйти. Ой, пятница, как хорошо, да, сынок? Что ты сегодня пошел в садик, а так утром не хотел. Не хотел? Теперь и пепси, да, и какая-то такая попита. Такая вот просто печенье. Глазури какие-то типа ММДМсиков таких. Мам, это какие эти шарики? А тут еще что-то типа внутри, да, какая-то молочная начинка. Мам, это какие эти шарики? А, как радуга? Да. Еще и радугу купил. Это тоже какие-то. Угу. Это тоже... У них тоже такое цвет есть. Есть, да? Какой это цвет? Есть оранжевый, зеленый и розовый и зеленый. Угу. Как здесь. И желтый. Здесь зеленый и желтый. Да. Можешь одну? Давай. Угу. Желтую, как я люблю, да? Мы зеленую ты любишь. Угу. Еще одна есть желтая. Будешь? Угу. Нет, спасибо. Так, я за Гришей, ладно? Афонька, ты пошел? Да. Антошик, ну я поеду за Гришей. Ты со мной или уже завтра купишь? Завтра? Нет, ты с баночкой, все, иди гуляй. Ребят, вы знаете, что такое весна? Это когда люди уже думают о зиме. Понимаете? Да, все думают о зиме. О следующей, поэтому уже запасаются дровами. Не наши, это соседские, но все равно уже люди думают про зиму, покупают дрова, чтобы на следующий год уже заготавливать. Ну что там, сынок? Чё? Что там? Ничего. Всё нормально. Как вы потренировались? А что это за мусор? Мусор надо сейчас выгрузить в котёл. Нам Башка передала нам мусор. Мы уже дома. Я сейчас сделаю детям шаурму из вчерашней курицы. Вот здесь немножко грудки осталось. Одна вот целая. Шаурма. И будет куриная грудка, огурчики, перчик и соус. Сметана и кетчуп. Можно не просто кетчуп? Ну да, и будет тут все вместе. А, еще сыр же будет. Вот, еще сыр. Что это за мультик? Иван Царевич.
и серый волк. Так, поэтому будем это. Я забыла, я прочитала, но забыла. Третий. Третий. Антоха уже пришел. Ты нагулялся с Дашей? Мама кушает без нас. Да? Ну вы же сейчас поедите шаурму мамину. Мам, а сейчас он доест, да? Да не переживай, не успеет. Просто Гриша уже съел свою шаурму. Остался Афонька. Афонька говорит, что ему тут перец не нравится, да? Я только это. Да? А курочку? Это курочка. Сейчас буду готовить себе еду на завтра, потому что нам завтра на соревнования. Я все-таки знаю, что в Динской, честно, еда в спорткомплексе ужасная. Могу сказать, что в Ейске и в Кореновске просто обалденное питание. Первое, второе и компот. То есть вообще прям супер и горячее. Все прям мне очень понравилось. Ну вообще уже какой год, да, мы? Второй или даже третий? Третий год мы уже на соревнованиях, и только в Ейске и в Кореновске вот отличные столовые с отличным вообще меню, из которого можно что-то выбрать, кроме булочек и там сосисок в тесте. Вот Динской будет вариант булочки, сосиски в тесте и кофе. У меня вообще был инцидент, ну вернее, мне его сделали нормальным, а передо мной девушка берет, заказывала кофе с молоком, а там, ну, видно же, что оно без молока. Женщина такой, у нас такой автомат, там что-то ответила, пробурчала. А потом смотришь, что там просто молоко закончилось в этом автомате, и мне потом уже следующие делали с молоком. Ну, просто как бы... Я, кстати, за все вот эти ПП, я не могу сказать, что это ПП, знаете, потому что когда муж смотрит на мои порции и говорит, ты вообще от этого как бы стройнее становишься, или нафига ты столько жрёшь-то? Вот. Я не пила кофе и чай, просто воду пью. Сегодня захотелось мне чего-то, аромат кофе, меня что-то, не знаю почему, что-то мне захотелось кофе с молоком, и это был ужас, он такой невкусный, не знаю почему, но вот за 2 недели практически рецепторы что-то как-то не приняли кофе с молоком, я даже не допила, пила просто так на автомате, потому что надо было что-то пить, вот, не допила, невкусно было, может быть, кофе просто такой, хочу сижу, он говорит, ему нравится в кофе, нормальный пьет, вот. Сейчас буду готовить, что мне надо пойти набить орехов. Смотрим меню. Это сегодняшнее меню с булгуром на завтра. На завтра у меня овсяные блины будут с йогуртом, но это я успею приготовить. Груш у меня нет, потому что не было достойных. Будут яблоки. Сейчас я сюда на свет. Так, будут яблоки. Возьму с собой яблоки. Вот, ленивая цицивит с гречкой. Гречка у меня есть уже со вчерашнего дня отваренная, поэтому я не буду заморачиваться, я ее разогрею. Вареное яйцо, 2 хлебца кернер, ленивая цицивит и плюс салат. Вот так. Для цицивит куриного филе отваренного, да, вот 280 грамм нужно отварить. Я уже сварила свою себе это все. Греческий йогурт, ну, мне не греческий, обычный йогурт, соль, чеснок, вот, грецкие орехи нужны. Кинза есть, кстати. Я уже за ней не побегу, уже темно. Сейчас тебе позвоню, может, привезет чеснок, зелень и орехи. Мелко порубить и растереть. Можно смешать с йогуртом, куриным филе положить. Нарезать филе, смешать соусом. Лучше его заранее и дать настояться в холодильнике. Ну вот сейчас я это все приготовлю. Своя сацивием. Ленивая. И все смешаю, завтра попробую. Так, гречка у меня есть. И приготовлю салат. Тоже сложу все в контейнер, потому что соревнования могут быть, закончатся быстро, а могут долго. В общем, все зависит от силы воли Григория. Вот, так что сейчас буду готовить. Куриное филе есть. Осталось набить орехов и сделать соус. Я не буду бить молотком, а сразу, кстати, и нашла. Такой вот штучкой сейчас буду. Их в мисочку. Так, вот сюда все, пошла орешки щелкать. Буду делать себе сациви. Я курицу нарезала, теперь буду готовить соус. Вот мои 25 грамм орехов, которые я скалкой вот так прям через пакет покатала скалкой. И они уже измельчили. Здесь йогурт 150 грамм. Добавить еще нужно чеснок и кинзу. Ну, сейчас не знаю, принесем ли мы кинзу ночью. Ну, короче, может быть, будет без кинзы. Анатолий.
Коля. Не трогайте, нельзя. Вот, у меня даже повадки это моргоны, да. Антоша уезжает, да, Антох? Ты рад? Знаю, это за третье поколение. Куртка, да. Коля. И вообще, да? Да, я проведу, проведу. Маши, до свидания. Все, пока-пока. Пока. Маши, пока-пока. Папа? Маши, пока-пока. Воздушный поцелуй. Пока-пока, Маши. Хватит вам, как вот выучили. Все, показывайте все, что вы можете. Пока мы все, что мы можем. Да, Калинчик? Скажи, баба. Нет, когда будет час. Это я вам говорю, знаете, кто у меня жених? Кто? Кто у тебя жених? А жених. Да он же не может быть женихом, он же твой брат. Ну я знаю, а Фоля, когда будет жених. Нет, так, когда будет... Будет... С кем? Да это же твоя сестричка. Тебе надо какую-то другую девочку выбирать. Да нет. Которую ты еще не знаешь. Я уже люблю. Подожди, Коля, дай Колину обувь. Это раз. А какая-то девочка с нами ходит на танцы. Говорят, что это Афонина невеста. Кто с нами на танцы ходит? Марго. Нет. Марго. Марго не с нами. Девочка. Лиза. Нет. С моей группы сегодня. Какая девочка там живет? Ну, ты говорила, она мне не подруга, это Афонина невеста. Ты мне говорила, как ее? Таня Афонина. А как ее зовут? Не знаю. А вы скажи просто, кто у тебя невеста? Вика Абрамова, да? А, ну да. На фоне невест, понимаешь. А может, Ульяна Кулиникова? А? Тоже подойдет? Да, Ульяна Кулиникова. А, ну она хорошенькая, симпатичная. Да? Ульяненькая. Зоя, а тебе помогать, Зой? Да что, тебе мама пошила новая? Есть короны. Есть короны, есть единорожки, да? Угу. Тебя сейчас все с единорожками, да? Все, до свидания. До свидания, Степаш. До свидания.